Доброе утро, дорогие наши друзья! Всем огромный теплый привет! Уже не из города Крымска, как видите, такие у нас пейзажи горные. Вот отсюда вам огромный привет! И с праздником, с великим праздником, с крещением вас всех, дорогие наши друзья! С крещением! Сегодня у нас крещение. Вот такой вот сегодня день. Да, отличный Какая день. Погода. За бортом у нас сейчас плюс 7 градусов. Но учитывая, что утро, днем обещают до 17-18 градусов. Вот так, 19 января. Так и будет. Вот такая красота, такая у нас трасса. Буквально 10 километров от Крымска находимся. И такие вот прекрасные виды. Представляете, как здесь летом, осенью красиво, весной. А летом есть ролик, мы снимали, мы приезжали сюда летом. Вообще, вай-вай-вай. Замирает в душе все. Поэтому оставайтесь с нами и смотрите этот ролик до конца. Едем в интересное место. Правда красиво. Я не хочу ничего говорить. Я хочу просто, чтобы вы тоже с нами получили вот такую вот прелесть, красоту, наслаждение. Какова же красивая у нас природа вообще по всей России. Много где была, есть с чем сравнить. Богатая наша Россия. Куда бы ни поехал, везде есть шикарные места. Везде. Вот мы и приехали. Узнаете? Да, мы приехали сюда. Это Святая Рука. Сегодня крещение, поэтому мы хотим набрать воды. Сегодня меняемся по съемкам. Кто снимает, то не снимает. Такая красота. Очень здорово здесь. Прямо в горах находится. Очень красиво, да? Очень, очень красиво. Посмотрите. Здесь так вот. Смотрите, тут нельзя там снимать. Нет. Так, зашли, значит, в храм, ставили свечи. Сейчас покажу быстро вид. Здесь проезжая часть. Вот так вот, видите? Очень красиво, ребята. Там купель купается. Сейчас мы туда пройдем. Вот, видите? Вон сколько народу. Вон спускаются, купаются. И все. Да, там прям ныряют, видишь? Да, на сегодня у нас тепло, конечно,
видите, очень здорово. Все культурно, есть раздевалки, все без спешки, да, спокойно, размеренно. Ну, никогда нельзя делать, вот просто захотели, нырнули. Нужно всегда думать о здоровье. Здоровья всем крепкого. Это подготовка должна быть. Это мы уже все отстояли за водой. Сейчас мы оттуда зайдем. Так вот. Здесь вот так. Находимся мы на Святой Ручке, источник в Крымском районе. Такая вот у нас здесь красота, ребята. Конечно, мы здесь летом были, все утопало в зелени, но вот к речке не подходили. Сейчас обязательно с вами подойдем, посмотрим. Это горная речка, можно и умыться здесь. Мы уже, да, сегодня вся вода святая. Ой, какая... набрали водички святой, там, где вот я показывал, где купели вот это все. И сейчас вот такое вот некое дикое место, что ли, можно так назвать. Классно, очень здорово, что есть такие места. Очень здорово. Воздух, я вообще его не могу описать вам, передать, какой это воздух. Вот так вот. Че, пойдемте потихоньку. Сейчас тоже оп, оп. И все. Я очень люблю природу. Мне вот чем город, по мне вот такие лучшие места. Вот. Жарко. Жарко. На улице тепло, хотя еще. Я думала, утро. Долго стоять. Я тоже думал, в тот раз долго. Но там получается у нас, там вот мы набирали воду. Вот. Крымск город наш, там. Вот. Да, можно по речке, не ошибешься. Лавка есть, там церковная. Да, здесь там можете, видеть, все, отобедать, хотите, все можно трапезничать, просто посидеть и просто собраться мыслями. Папа приедет, давай сюда пьем. Съездим, просто попьем чайку, посидим в горах. Можно в другое место. Здесь везде хорошо, здесь вот просто куда ни езжай, везде хорошо. Нельзя уехать и не показать. Вот такую красоту, такую лапочку. Ты такой красивый. Как тебя зовут, а? Вот так вот в клеточках они сидят. Это все здесь же. Вот видите? А там вон Хрюшечка. Кормит, мы потом туда подойдем. Обязательно. Ну привет. Ну привет. Ну привет. Привет, лапочка, привет. Саш, гуляли в парке. Кормили павлина. Ой, как. Это красота. Очень красивые. Посмотри. А тебя-то я и не вижу. Тихо, тихо, тихо. Нет. Нет. Вот так лучше. Вы посмотрите. Вот это да. Вы посмотрите, посмотрите, посмотрите. Это какой шик. Обалдеть. Вот
стекла, ничего не разбито. Ты беловолокого. А ты близко, наверное, не да? Нет, да. А здесь, смотри, фазана не видно. Свет, наверное, так падает. Ничего, вообще непонятно. Ну вот, сетка же есть. Сейчас. Куда сетка? Красавчик тоже бегает. Прячется. Он самый наш такой друг. Друг. Вот он какой дружочек. Вот он какой дружочек. Как тебя зовут? Как тебя зовут, да? Ну, иди сюда. Иди. Такой сегодня чудесный день. Такая чудесная прогулка. Все это рядом с нами. 10 минут, и мы здесь. Приехали, народу еще столько много не было. Сейчас побольше уже машин наехало. Вот. Пойдем посмотрим еще сюда. Давай. Да, не делай так языком. Это все для вас, наши дорогие, наши родные, чтобы вы тоже посмотрели на эту всю красоту. Ой, а летом здесь. Представляете, да, это же все зеленое. Люди нескончаемые. Мы отсюда уже уезжаем. Походили, погуляли, отдохнули душой и телом. Помолились. Набрали водички. Бывает и так, да. Ой, сколько стало народу вообще. Видите, да? Народ прибывает и прибывает. Вот и все. Мы покидаем такую всю эту красоту. Так здесь все красиво. Так, все здорово. Очень красиво. Так красиво, что даже уезжать не хочется. Еще бы здесь остались. Столько народу сегодня. Место, райское местечко. И все, двигаемся в сторону дома. За бортом уже плюс 15 градусов. Сейчас в город приедем, там будет, конечно, потеплее в городе, по-любому. Но и такая погода, благодать. Всех еще раз праздника, крепкого здоровья всем. Мира. Благополучия. И удачи во всех делах и начинаниях. Будьте счастливы все. Здоровы, всего хорошего всем. Пока-пока. Пока.